Недвусмысленный намек. В Берлине на стене посольства Турции появился Эрдоган в образе Гитлера. Кадры уже разлетелись по всему миру. Активисты с помощью проектора транслировали изображение на стену здания, подрисовав к портрету турецкого лидера костюм и усы и характерную прическу фюрера. За появлением таких изображений стоит немецкая группа активистов. Таким способом художники пытаются разоблачить спонсоров террора, а также тех, кто стоит за ИГИЛ. Как известно, Эрдоган и его семья тесно связаны с террористами. На боевиках чета президента зарабатывает немалые деньги. Пока реакция Эрдогана неизвестна, но президент Турции, как мы знаем, все время обижается на критику в свой адрес. Видимо, по традиции подаст в суд.